Battle Beetle Sports Projects. Всем привет, с вами Battle Beetle, мы находимся в гостях у клуба Stone Fight с главным тренером этого клуба Эверальдо Пенко, черный пояс 4-й степени по бразильскому джиу-джитсу, и также он является главным тренером клуба B1 BJJ, который находится в Рио-де-Жанейро, Бразилия, и бывшим главным тренером по джиу-джитсу Тим Нагейра. Ассистировать Эверальдо будет коричневый пояс Патрик Алмейда и мой тренер по бразильскому джиу-джитсу, тренер команды Stone Fight. Я выхожу на гильотину и затягиваю его в гард. Он обходит мои ноги прыжком. Ставит руку мне под плечо и осуществляет давление своим плечом мне на шею. Попытка гильотины, перехожу на спину и держу замок руками. Он делает прыжковое движение, чтобы оказаться сбоку. Затем делает замок руками под моим плечом и душит. Он всегда блокирует мои бедра, поэтому когда я начинаю затаскивать его в гард, он легко обходит мои ноги. Очень важно блокировать мое запястье плечом. Так я не могу убрать руку с его шеи. И затем... Черт, еще и бицепс больно. Важная деталь. Нужно концентрировать давление высоко и в то же время не опускать бедра на ковер. Если он опустит бедра, это будет ошибкой. Всегда первое движение – это толчок ногами. Этому приему Эверальдо научил чемпион ADCC Мариус Перри.